мы здесь. Мы приветствуем Дейгу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. У меня еще один вопрос. Как нам обращаться к вам, Дейга или Дайга? Дайга. Дайга. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Дайги, под ногами 360 градусов вокруг нее. Клетку тюрьмы становится ее заложниками. 1, 2, 3. У меня арахноид выходит сразу большой. Арахноид. А дальше красный дракон. Красный дракон. Сектоид. Есть. Инкуб и бес. Вы находитесь на чистке. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Дайги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию, всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Какой у нас бес, Вера? Посмотри. 8. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года нахожусь. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биополе? 7 лет. Сколько у тебя инкубаторов сейчас стоит? 1. Хорошо. Какой у нас красный дракон? 28-26. Сколько ты находишься в этом биополе, красный дракон? 13 лет. И арахноид. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 9 лет. Какие все долгожители. Кто из вас присутствует в квартире? Мы ее сегодня чистим. Арахноид. Да. Плата дракона. Да. Бес. И бес. Все правильно. Хорошо, реверс закончился? Да, закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дайга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Кто ответственный из вас за то, что человеку часто хочется плакать? Какая-то внутренняя грусть, и она не понимает, почему. Дракон. Дракон. А зачем ты это делал, дракон? Питался этим. Ты понимаешь, что ты воздействовал на человека против его воли? Ты вошел без разрешения в его биополе, и ты питался, вызывал. Ты активно воздействовал. Ты не просто изучал человека, получал свой опыт, а ты именно паразитировал в его биополе, вызывая определенные реакции. Тебе это понятно? Знаю. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Пошел процесс. Просит остановить. А тебе не хочется плакать, дракон? Нет у тебя внутренней грусти? Хочется. Хорошо, выключаю печать дракона. Это специально для того, чтобы ты прочувствовал, как человек себя чувствовал. Какой вред ты ему наносил. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Бес, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Дайги? А у нее горло и грудь. Хорошо, хочешь их получить? Хочет. От кого это лярва? Почему она там получилась, горло и грудь? Что это воздействие было? Мои очки загораются. Каждый вложил. Каждый вложил. Хорошо. Выходи, снимай сначала все, что ты оставил в ее биополе. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Нам показывают, что горло – это как раз желание плакать, а грудь – это то, где вся тоска собиралась. Ну, вот это все сделал дракон. Лярвы. Я не знаю, дракон, куда ты уйдешь сегодня. Но бес снимает с рук под ключки, у нее на запястьях и с ног утяжелителя снял. Разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в ее биополе. Забирай, возвращайся назад. Приступай. Он забирает и идет оттуда информация. Там радости нет. Закон питал, дракон радостью питался. Хорошо, я спрошу сегодня дракон межгалактической полиции. Не стоит ли тебя прибрать на некоторое время для того, чтобы ты объяснил то, чем ты занимаешься в настоящий момент? Я снялся. В смысле снял? Он забрал лярвы? Хорошо, идем дальше. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, отключайся полностью. Как закончишь, возвращайся назад, приступай. Что он поставил в ее биополе? На лицо, у него сетка на лице. Что она делала, инкуб? Сейчас, секунду, на лице у него сетка, и у него на оранжевой чакре, как закупорено пробки, снимает он. Энергия там не шла у нее. Он ее скапливал в этих пробках, снял он все. Хорошо, инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, крепление, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Здесь желтая чакра у него стоит. Не понял? Инкубатор в желтой чакре. А, понятно, инкубатор желтый, оранжевый стояла пробка инкуба. А красный был яйц. Каждый разобрал свою. Свою чакру, да. Снял. Но больше всего вопросов у меня к красному дракону. Он выходит сейчас, вытаскивает все свои платы, отключается полностью, возвращается назад.
Здесь сердце и горло. Агрессивное оно и делал. Да, он и сам агрессивный. Он не хотел, чтобы вообще к ней кто-то приближался, поэтому не шла агрессия. Хорошо, для меня это полнейшее игнорирование законов мироздания. Он вмешался активно, поправ. Он защищал свои энергии агрессии. Он защищал, хорошо. А ты знаешь, она своей энергией может тебя сжечь просто так. Если она сейчас скажет, дракон горит, и дракон будет гореть. Он знает об этом? Без всяких подключек. Он знает, она не знает. Хорошо, она пока не знает об этом. Все снял. Хорошо, и арахноид выходит, вытаскивает всю свою паутину, иголки, все, что он оставил в биополе, дайги, возвращается назад, приступай. Ну, арахноида много очень всего. И третий глаз здесь, и коронная чакра, они все заплетены. У нее как с головы кокосы идут из его паутин. Вот так, но это уже 9 лет все-таки, можно и не такой наплести. Затылок, шея он снимает. Она должна это по-любому была как ощущать. Иголки. А иголки — это боли. На нее, получается, энергии не циркулирует. Только из-за этого присутствия и его воздействия. Застойные все чакры. Все снял он. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию дайги с арахноидом, красным драконом, инсектоидом, инкубом, бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к дайге, помогаемая энергия, отстегните все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Открываю воронку в галактическое ядро, и канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, инкуб. Ты больше никогда в это биополе не придешь, тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Он забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяй. Есть. То же касается инсектоида. Ты больше никогда не придешь. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает свой инкубатор и все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Арахноид, красный дракон и бес. Я сейчас открою два портала в квартиру дайги. В один пойдет арахноид и красный дракон. В другой портал пойдет бес. Вы соберете за это время все, что вы там оставили. Я приду, проверю. Бес покажет мне еще порталы. За это я соберу ему весь негатив в доме, в дорогу. Все понятно? Да. После этого отпускаю всех на их чистоту. Открывается два портала в квартиру в дайге. 1, 2, 3. И арахноид с красным драконом уходит в один портал. Бес уходит во второй портал. Забирая все, что принесли. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом дайги. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аборационные эмоциональные энергии. Эмоциональная ересь, сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня как облако. Фантом вышел большой. Мы спрашиваем дайгу, готова ли она отказаться от энергии, которую она сама сгенерировала. Серо-черным цветом. Только она готова. Сворачиваете энергию в шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Число значения 680 Гц. Пошел подъем. Есть. Хорошо, дайга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Наполнена радостью. Я и забыла, как это. Нужно радоваться от каждой мелочи. Нести эту радость и сеять вокруг себя. Абсолютно верно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию дайги в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от дайги. Квартиру ты видела? На счет 3 ты стоишь перед входной дверью квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой дайги. Да, я здесь. По всему периметру квартиры устанавливается в одной из комнат. Пошел процесс. Входи в квартиру. Клетка в зале устанавливается. Хорошо. Здесь арахноид. Есть. Спрут небольшой. Да. Красный дракон. Да. Бес. Есть. Черт. И есть. Воронка. И воронка. Под воронкой открываю портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Черт, выходи, вытаскивай, собирай все свои одеялки, сеточки, комочки. Все, что ты раскидал, если оставил на коте свои носочки, снимай сразу. Возвращайся назад. Приступай. У него в кухне. Да. Место излюбленное. Собрался. На кухне сидел. Хорошо.
Идем дальше. Спрут. Выходи, собирай все, что ты оставил в этом доме. Возвращайся назад. Приступай. Душевая кабина. Он из нее почти не выходил. Возле нее присоски снял. Идем дальше. Бес, ты свое все собрал? Да. Красный дракон, ты собрал все свои платы? Снял платы над кроватью. Где они? Над кроватью. Поэтому она ощущала недостаток энергии? Платы работали день и ночь. Хорошо, красный дракон, я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не придешь ни в это биополе, ни в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Спрут все собрал, да, Вера? Да, все присоски снял. Хорошо, спрут. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Арахной, ты все собрал? Все снял, да. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. У нас остались бес и черт. Кто из вас покажет мне порталы в квартире? Черт покажет. Пошли, черт. Здесь он сразу идет в коридор, здесь в углу он да. Пользуется этим порталом. То ли полка, то ли зеркало узкое, что-то он показывает. Зеркало, да? Или узкое полка. Что-то, или полка. Хорошо. Или... В этом месте открываю внизу воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяй. Это стена правая от входной двери в углу. Дальше. Понял. Хорошо. Дальше. Спальня. Окно и левый угол. В этом месте внизу открываю большую воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частица портала уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Идем дальше. За унитазом. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Еще здесь фонит. Входная дверь вибрирует. Под входной дверью внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантомы частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет 3 из каждого угла момента построения этого дома. 1, 2, 3. Шары бесформенные получились, вытянутые, такие как кляксы, оба большие. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Космический уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, второй шар сжимаю по форме шара. Делю его на две равные части. Без черт забираете? Да. Отдаю каждому по половине. Готово. Готовы уходить? Готовы. Больше не приходите. Открывается внизу портал. Один портал на чистоте беса. 1, 2, 3. Второй портал на чистоте черта. Бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. И сверху две огненные пентаграммы. Готово. Хорошо. Значит, 3 клетка пустая, да, Вера? Пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кота Тикимона. 1, 2, 3. Тикимон стоит перед нами. Здесь. Привет, котик. Мы пришли тебе помочь. Обижали тебя тут сущности? Тяжесть у него на спине какая-то. Хорошо. Включаю внутренний белосвет Тикимону. И этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, чужеродное, низковибрационное, находящееся в его биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ним в шар. Вся тяжесть уходит, все чужеродное уходит, летит в шар. Из него выходит что-то, я имею в виду, его рвет. Все выдавливается. Готов шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И макушку головы Тикимона начинает поступать. Необходимое количество ему кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает его. Все необходимые цвета поступают. Частота вибрации поднимается до комфортного уровня котика. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Тикимон. Так тебе лучше? Больше ничего не мешает? Он показывает себя, он в энергиях наполненный. Поставить тебе защиту? Дом защитить. Хочешь получить защиту для себя? Меркабу тебе поставить? Поставить, но ему важно, чтобы квартира была защищена. Хорошо, мы закрыли все порталы. Сейчас мы наполним эту квартиру энергией, поставим защитный слой.
Больше ни одна сущность не войдет в твою квартиру, которую ты охраняешь. Я у тебя просто спросил, тебе нужна дополнительная защита? Если нужна, я тебе поставлю. Значит, ему дополнительно не помешает, но он будет чувствовать себя спокойным. Хорошо. В этой квартире, если она будет защищена, он показывает здесь энергии пустоты и серости какие-то. Ему это не нравится. Он хочет теплые энергии, что были в доме. Давай ему поставим кошачью меркабу на счет 3. 1, 2, 3. И меркаба кошачья активируется в биополе. Запускаем ее. Красиво. Нравится тебе? Нравится ему, да. Ты хочешь что-то хозяйке? За хозяйку он переживает. И он хочет, чтобы она защищена была. Хорошо, мы ее защитили, мы ее почистили, она уже защищена, сущностей в ней больше нет. Сейчас мы и эту квартиру защитим, и ты будешь здесь королем. Устраивает? Его настроение зависит от ее настроения. Мы это передадим обязательно хозяйке. Еще у тебя есть какие-то пожелания, чтобы ты хотел передать? Только то, что он сказал, энергии, теплоты и гармонии он хочет в доме. Я это передам обязательно. Я думаю, все у тебя все будет так, как ты хочешь. Хорошо, возвращаем котика в его систему биоробот-душа, тикимон, возвращаем. Он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Он выпрямился весь, и он мурлычет мерками. Готово. Крутой кот.